Вот пошла я назад по вот этой просто сумасшедшей набережной, друзья, которая меня потрясла. Пошла назад, иду и думаю, и мысли полезли в голову, и хочу с вами поделиться. Поэтому решила вам прямо, как говорится, не отходя от кассы, вот вторую часть этого видео снять, друзья. Ну, во-первых, что меня подвигло на это? Вот вы знаете, наверное, даже вот эти вот картиночки вот такие вот, которые здесь, вот видите, по этой набережной вдоль я шла, там вам покажу еще основную доску, и вот эти вот картинки. Вот, скорее всего, что они меня натолкнули на эти мои размышления. Вот здесь, видите, написано «Юпитер», и внизу написано «Расстояние от Сатурна». И от Марса. Сколько миль? 403 миллиона миль до Сатурна. И 342 миллиона миль до Марса. Это вот Юпитер между ними, да, я так понимаю. Или это может быть до Земли. Но не суть. Суть не в этом. Я говорю, что меня натолкнуло вот это вот, эти картинки. Ну и вообще вот эта набережная, и то, что мне вот женщина рассказала, что кто-то просто построил ее, какой-то меценат для людей. И вот везде написано вот такие вот, хотя там дальше private территория, нельзя ходить, там люди живут, может быть, и он сам. А вот здесь вот такие вот спускалочки, лесенки вниз, туда на этот, на это побережье погулять вдоль. И написано паблик, паблик, то есть все для людей. Спуск, паблик степс, паблик вей, то есть вот все сделано для того, чтобы здесь люди гуляли. И это набережная, вот так вот красиво. Ну, сейчас вы понимаете, она, это у нас отлив, вода ушла, когда она прибывает, вот может быть, видите, вот сырые ступеньки практически до самого верха. Вода подходит здесь, по-другому все смотрится. А когда совсем большая вода, то она может даже и сюда перехлестнуть. Вот, потому что, как я сказала, с океаном шутки плохи. Вот я иду дальше. Вот, пожалуйста, вам Марс. Да, наверное, вот видите. И дальше до Юпитера 342 миллиона и до нашей Земли Earth 49 миллионов миль от Марса. Значит, я права. Так вот, как я уже сказала, не просто эти вот меня подвигли на размышления. Не просто вот эти вот за красивые такие здесь надписи. Вот наша Земля, видите, Earth написано. Вот она, красавица. Самое интересное, что тут же еще и о ней, и о каждой тут все написано. И дальше до Марса 49 миллионов, до Венеры 26 миллионов миль. То есть вот информация. Ну там дальше я вам, может быть, еще общее покажу. Так вот, вы знаете, я иду и плачу, друзья. Не поверите вы, наверное, мне. Но почему получается так, что вот здесь все сделано для людей. Все делается для людей, даже... Вот богатые, видите, он не себе яхту купил, а он построил. А ведь, наверное, не так и дешево стоит. Вот так вот, эту, хоть и не в граните, но вот такую вот набережную соорудить, красивящую, которая туда тянется больше, чем на милю, на запад. Представляете, какие деньги человек потратил, и все для паблик, для людей, паблик плейс. Паблик Волк. Вот. То есть, вот я говорю, почему так происходит? Ну что такое? Ну почему у нас нету этого? Ну что ж такое? Ну как? Как это? Я не знаю, как вам. А мне просто говорю, вот я иду, и мне хочется плакать. А еще больше прервалась вот женщина. Шла, остановилась. Ждала меня. Мне пришлось прерваться и ее пропустить. Ой, ну вот, говорю вам, друзья, ну вот,
Почему такая у них жизнь другая? Почему у нас другая? В чем здесь секрет? Что же такое случилось с нашей грандиозной, великолепной страной, у которой все есть? И люди шикарные, умные. Талантливые. Ну почему мы живем в таком говне, я извиняюсь. Это я опять говорю, я свое субъективное мнение высказываю. Я не на какие тут, знаете, стопроцентную правду матку. Я не претендую, поэтому если кто-то будет писать мне там какие-то возмущенные отзывы, что я уехала, вот типа того, что теперь я тут Россию. Вот говорю, что там плохо все, да ничего подобного. Я наоборот душой болею. Ну, я не в том плане, что хочу оправдываться или что. Я просто в том, что как бы вам объяснить. Ну вот, я здесь живу, и вроде бы как бы все замечательно у меня. Но мне все равно обидно. Я же здесь приезжая, я никогда здесь не буду родной. И мне эта страна, она никогда не будет родной. Как моя родная земля. Матушка Россия. Понимаете, о чем я говорю? Ну, можно, конечно, уехать в другую страну, но сердце-то свое, оно и душа, она остается там, там, где ты родился. И это, в общем, просто меня иногда доводит до слез. Не потому, опять же, что вот как-то тут я вот опять мне начинают писать, что ой, вы там одна несчастная, что же вы не едете назад. Я не об этом, друзья. Я могу уехать, я могу сделать все, что угодно. Я просто хочу вот донести до вас свою мысль. Почему же мы-то так живем? Почему? Что происходит? Идем по кругу, топчемся, топчемся. Ничего лучше не получается. А здесь посмотрите. Люди наслаждаются жизнью. И все для людей. Вот такие у меня размышлизмы получились. Ну, а здесь, видите, я просто хочу вам последнюю показать. Вот такую доску. И она уже с вопросами. То есть вот человек гуляет, он читает там информацию. Я вам показывала некоторые, да, планеты. Здесь они. А здесь уже вопросы. Вот видите, как далеко Юпитер от Солнца. Какая самая яркая планета. Планета ли Плутоний. Как долго длится год на Нептуне? И какая из планет имеет самый длинный месяц? Ну вот, вот, пожалуйста, опять то, что я вам говорила. А мы наслаждаемся жизнью, друзья. Всем удачи. Пока.